Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться рецептом приготовления настойки барбарисовой. Настойка получается довольно-таки приятная на вкус, но немного забегу вперед. Хочу предупредить, что барбарис сам по себе, он очень положительно влияет на кровь, но при этом его нельзя очень много употреблять тем, у кого проблема также с кровью и с давлением. Ну что, приступим. У меня для приготовления настойки есть 1 столовая ложка сушеных плодов барбариса. Это примерно по весу у меня получилось где-то 9,5-10 грамм. 2 грамма лимонной корки. Я ее специально собирал, сушил. Корка более эффективна. И 1 столовая ложка цвета липы. Это где-то тоже по весу получилось 3-3,5 грамма. Значит, что мы делаем? У нас есть самогон крепостью 42 градуса, 42%. Мы туда отправляем барбарис. Туда же отправляем лимонные корки. И туда же отправляем липовый цвет. Накрываем ее крышкой. Я использую вот такие вакуумные крышки. Если кому будет интересно, напишите в комментарии, где их беру. Я оставлю ссылку, где их можно приобрести. Значит, что дальше делаем? Дальше мы это все тщательно перемешиваем. И отправляем в темное, теплое место ровно на одну неделю. После чего будем смотреть на ее состояние. Ну что, пришло у нас время процедить нашу настоечку барбарисовую. Сейчас мы подготовили банку. Сюда сейчас я процеживаю через спонжики, вот такие вот спонжики. Вставляем двойные, чтобы почетче было. Открываем нашу баночку. Значит, добавил сахарного сиропа примерно 30 мл, развел его в нашей настойке и дал отдохнуть примерно сутки. Ну и сейчас попробуем, что из этого получилось. Ну, я вам хочу сказать, запах стал мягче немножко. Все-таки сахарный сироп дает о себе знать. Ну, а на вкус? Ну, и на вкус она стала намного мягче. В общем, очень даже ничего. Такой приятный вкус. Так что, ребят, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что вы думаете. Если у вас был опыт приготовления данной настойки, можете поделиться со мной. Попробую, оценю. До новых рецептов!